эта история началась, когда мои американские подружки сказали, что хотят поехать в Россию на танцевальный фестиваль. Как только они сказали своим американским друзьям, что они едут в Москву, на них тут же посыпались письма, всевозможные сообщения в Фейсбуке о том, что в Москве находиться очень опасно, особенно если ты американец. Что как только они пересекают границу нашего государства, тут же на них нападают чудовищные люди из КГБ. Hello, мистер! Стоит американцу выйти на улицу, и тут же из-за угла нападают медведи. Я развеяла их страхи, насколько смогла, но не удержалась и пошутила. Говорю, вы знаете, ребята, дело в том, что в России нет туристического налога, который есть, например, в большинстве европейских стран. Но в России есть так называемый налог на медведя. Каждый раз, когда иностранец приезжает в страну, государство приписывает к нему настоящего косолапого медведя. И иностранец вместо налога оплачивает жизнь этого медведя все то время, пока находится в стране. Платят за его еду, прогулки, развлечения, женщины, водку. Ну, соответственно, потом медведи передают следующему туристу. Девчонки сначала не знали, верить мне или нет, и считать это шуткой или не очень, но потом решили, что это смешно, посмеялись и на этом остановились. Но мы не они. Мы решили шутку сделать практической. Welcome. Thank you. Thank you, brother.